Полиция Одесской области сделает все возможное для того, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и могли спокойно провести выходные и праздничные дни. В преддверии новогодних и рождественских праздников в Одесском гарнизоне полиции введен усиленный вариант несения службы. Для обеспечения общественного порядка на улицах города и области будут задействованы более 2000 полицейских. В настоящее время полиция города Одессы выставила дополнительные посты наблюдения и сотрудников полиции, и военнослужащих Национальной гвардии Украины возле каждого крупного супермаркета, гипермаркета, которые отслеживают ситуацию, анализируют, ведут наблюдение и таким образом осуществляют профилактику по недопущению краж из машин, с браслеток, совершения грабежей возле супермаркетов. Кроме того, на улице будут выведены дополнительные силы. Более 200 сотрудников батальона полиции специального назначения и военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также специально созданные группы быстрого реагирования, которые немедленно будут выезжать в случае нарушений общественного порядка.